Все в порядке? Че? Может, помочь чем? Че? Я написала тебе стихи. Чё? Только, пожалуйста, прочти потом, потому что я стесняюсь. Хорошо. Знаешь, кстати, я тоже люблю поэзию. Вот смотри, восточный вариант. А как же мы и наша суть? Едва лишь в мир придем, по лестнице метаморфоз совершаем свой подъем. Сильно, да? Да. Все ништяк, да? Угу. Ну, ты это, да? Миш. Я люблю тебя. Я думала о том, что произошло между нами. Я хотела тебе сказать то, что я еще никогда. Я люблю тебя. Я хочу быть с тобой всегда рядом. У меня репетиция через полчаса. Давай собираться. Просто я опаздываю, да? Собираемся, пойдем. Давай, иди. Ты иди, я пока приберу здесь. Посуду, полы помою. Вернешься и уже все готово будет. А что тебе сделать на ужин? Хотя нет, подожди, не говори. Я сделаю тебе сюрприз. Настя, просто, понимаешь, дело в том, что у меня такой безумный график. Я не знаю, когда я вернусь. Я просто иногда днями отсутствую дома. И угу. Меня может долго не быть, поэтому, наверное, не получится, да, меня ждать. Слушай, у меня тут, ну, как бы все убирает, там мама готовит. И да, нормально, чисто. Давай, все там, какие-то вещи там были же, да? Миша, ты мне не Настя, пойми, я еще не готов просто к таким отношениям, да, как бы все понятно, и мы провели с тобой отличное время, я... Не смогу вернуться в ту жизнь. Ты меня слышишь или нет, Настя? Я не смогу больше жить без тебя, честно. Что ты не сможешь без меня жить? Ты меня знаешь один день. Что ты говоришь сейчас такое? Ты знаешь, что это бывает? Я знаю тебя один день. Я знаю тебя один день, но ты мне уже очень нужен, и я больше без тебя жить не смогу. Давай. Иди, знаешь, возьми. Было классно все. Сумку возьми. Давай. Ботинки. Ты нормальные? Ты придуришь, ты несешь. Настя. Все, на. Да, все, пока. Два лоха конфеты. Достал все.